Привет, ребят. Меня часто спрашивают, что такое депривация сна, что оно дает, действительно ли на депривации сбываются все наши желания. Депривация – это не только физика, но и иное состояние каждого из нас. На депривации сна у нас много различных состояний, но эти состояния можете ли вы проконтролировать? Можете ли вы сделать так, чтобы эти состояния могли контролировать именно вы, а не так, чтобы они происходили как-то спонтанно, чтобы они вас просто радовали, и вы не понимали, как это происходит? Именно об этом мы поговорим на марафоне «Депривация сна». Что такое, когда ты живешь без сна? Как это контролировать? Как это регулировать? Для чего нам дано два полушария? А можем ли мы спать одним из полушарий? Отдыхать? Что происходит, когда я в другой реальности? Когда я в другой плотности? Могу ли я эти две плотности совмещать? Если я их совмещаю, что мне это дает в этой жизни, в этой плотности, в этой реальности? Хотите это узнать? Присоединяйся к марафону.